Мы расскажем вам, чем знаменит в истории этот день. В 18 веке в этот день ничего не произошло. А в 19 веке в этот же день тоже ничего не произошло. А, в этот же день, ранним утром 39 года, когда туман только поднимался с Невы, в Ленинграде возле Зимнего дворца собралась огромная толпа горожан. 3,5 часа люди до боли в глазах вглядывались в безответное свинцовое небо, но... ничего не произошло. Зато сегодня вы можете смотреть программу «Не время». И я рад, что вместе со мной ее ведет такая очаровательная, замечательная ведущая. О, первые звоночки в студии. Мы вас слушаем. Алло. Слушай, девушка, ты очень красивый. Ты мне нравишься. Скажи оператору, чтобы показывал только тебя. Второй мне не нравится. Так, Оксана, в чем дело? Ну, не знаю, ты ненормальный какой-то. А сейчас мы увидим сюжет. Вай, зачем телефон отключаешь, а? От волнения, да? Слушай, не надо никакого сюжета. Я на тебя посмотреть хочу. Извините за технические неполадки. Мы сейчас увидим очень интересный сюжет. Женя, отвечай, я не могу. Мы вас слушаем. Говорите. Тихо. Слушай, уважай. Закрой свои уши, да? Не для тебя поем. Меня нет. Отвечай. Как нет? Я за тебя вижу, птичка моя. Давайте сюжет. Добрый день. Сегодня мы поговорим о поцелуях. Задумывались ли вы о том, что такое поцелуй? Источник дешевого удовольствия или рассадник антигигиены? Мы берем на себя смелость утверждать, что поцелуй – это настоящая эпидемия и источник многочисленнейших бед. Подробнее смотрите в нашем сюжете. От наших доисторических предков, кроме таких вредных антиэстетических и антигигиенических привычек, как ковыряние в зубах, в ушах и в носу, мы унаследовали еще и поцелуй. Причем эта вредная привычка затронула не только отсталые племена туземцев, но и пробралась в цивилизованный мир и намертво влилась в нашу повседневную жизнь. Стоит отметить, что эпидемия поцелуев нередко передается половым путем. Эта вредная привычка зачастую навязывается в древних ритуалах, также имеющих доисторические корни. В застойные годы эпидемия поцелуев достигает невероятных размеров, проникает в самые высокие сферы. Но и в наши годы ломки старых и отживших стереотипов поцелуи продолжают жить и делать свое черное дело по рассадке многочисленных микроорганизмов. Но, слава богу, еще есть люди, которые борются с этой эпидемией на передовых фронтах науки. И один из них – руководитель экспериментальной лаборатории личной гигиены Марк Александрович Масюк. Марк Александрович, Вот, буквально только что я передал вам 2 миллиона микробов. Фу! А вы только что избавились всего лишь от 1000. Ну, еще пару тысяч пострадает в разборках с местными микробами. Ну, а оставшиеся возьмутся за вас... Будь здоров! Да, ну, скажите, а как с этим можно бороться? Главное, это упредить поцелуй. Если вы не владеете никаким боевым искусством, самое элементарное средство защиты от поцелуя – это простой чеснок. Съедаешь 3 головки, и поцелуи вам не страшны. Также хорошо помогает лук, селедка и даже простой тройной одеколон. Да, любопытно, любопытно. Скажите, а что, одеколон нужно втирать? Можно и пить. Это даже лучше. Но наиболее эффективным средством в борьбе с поцелуями – это разработанная нами губная помада. Это отталкивающее средство, кроме убойного эффекта, имеет еще и ряд высокоэффективных добавок, как то красный и черный перец, экстракт горчицы и нашатырный спирт. Вот попробуйте. Попробуйте. С такой помадой вероятность рецидивов 0%. Скажите, а вы не пробовали сделать поцелуй более безопасным, а? Да. Нами было разработано предохраняющее средство, которое надежно защищает от микробов. Демонстрирую.
Любопытно, да, любопытно. Да. Ощущения те же, плюс никаких неудобств от микробов помогает. Дарю. Простите, но мне пора на поцелуй, на процедуры. Чао. Ну что же, как мы видим, с поцелуями можно и нужно бороться. Скажи нет поцелую, или хотя бы сделай его как можно более безопасным. Психологический тест. Есть ли у вас чувство юмора? Кажется ли вам это смешным? Да, 10 миллионов очков. Нет, 0 очков. Если вы набрали больше 100 очков, немедленно выключите телевизор. У вас может начаться истерика. Далее в нашей программе. Собственно... Слушай, я тебе по телевизору видел. Я тебе телефон звонил. Я тебе песни пел. Я тебе цветы привез. Я тебя люблю. Так вы кто? Слушай, я к тебе приехал. Поехали со мной, скорее. Слушай, что это за лицо кавказской национальности? Дорогой, у меня не только лицо. У меня все остальное кавказской национальности. У меня все органы кавказской национальности. И не мешай, когда я девочка разговариваю. Охрана! 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 Следующий сюжет, на наш взгляд... Какой взгляд? Не нуждается в комментариях. Речь пойдет о серьезных вещах. Вы все увидите сами. Давайте сюжет. Слушай, давай сюжет, да? Тебя такой девушка просит. Здравствуйте! Сегодня мы ожидали известного режиссера-экспрессиониста Теодора Артемьевича Тараканского с нашим местным фильмом «В ожидании». Мы его ожидали с минуту на минуту, так вот уже 7-8 минут. Знаете ли, заждались, батенька, заждались. Ничего. Сейчас увидите мой фильм и забудете обо всем на свете. Ну же, давайте погрузимся в напряженный, волнующий мир моего последнего фильма. С удовольствием, давайте, с удовольствием. По-моему, кинооператор нажал на паузу. Все в порядке. Ух, актерище. Как играет. Душу рвет. А по-моему, начало слегка затянуто. Подождите. Сейчас будет сильный момент. Скоро? Минут через 40. Ух, как играет! Какой напор! Шестичасовый фильм осмотрится на одном дыхании. Сейчас будет просто апофеоз. Сейчас его прорвет. Он не выдержит напряжения и сорвется. Вот! Ух, волосы шевелятся. Ведь не зря я сейчас снимаю продолжение. Да что? В ожидании 2, никто не пришел 3, и, слава богу, ничего не случилось 4. Вот это название мне нравится, да. Да. Может, мы мотнем ближе к концовке? Ой, сейчас будет самая мощь. Концовка просто непредсказуемая. Ух, энергетика. Да, я вижу. Гамлет! Не валяется. Ой, я думал, это Гамлет. Ой, ура! Ну что, мы досмотрели. Ха-ха! Не ждали? А мой персонаж не сдался. Он вернулся, чтобы бороться. И долго он будет бороться? Угу. Часа 2. О, не. О-ха-ха! Не выдержал. Значит, меня признали. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы беседуем в прямом эфире с человеком, который имеет самое непосредственное отношение к мафиозным структурам. По известным причинам лицо этого человека мы не показываем. Не мое лицо, его лицо. Я повторяю, не мое лицо, его лицо. Уберите фишки. Уберите фишки с моего лица. Извините человеку внешность. Простите, у нас технические неполадки, прямой эфир, сами понимаете. Измените человеку внешность. Извините, я предупреждала, у нас прямой эфир. Представьтесь, пожалуйста. Я же просил вас. Измените голос человеку. Предупреждал. Измените голос человеку. Скажите, пожалуйста, правда ли, что мафия проникла во все структуры власти? Да не мне, Ивану Федоровичу. Ивану Федоровичу. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Итак, завершилась наша беседа с этим замечательным человеком. Возможно, он не успел ответить на все ваши вопросы, поэтому пишите ему по адресу. Улица Чизовская, 7, квартира 54. До новых встреч в эфире. Я надеюсь, что этот сюжет заставил задуматься каждого из вас. Не оставил равнодушным ровным счетом никого. Слушай, дорогой, ты можешь помолчать? Мне с женщиной поговорить надо. Слушай, девочка, поехали к мне, да? Я тебя с родителями знакомить буду. С родителями моих родителей знакомить буду. С родителями родителей моих родителей знакомить буду. Дадико, знаешь? Дадико тоже знакомить буду, да? Хорошо. Только это нужно отметить. Слушай, все готово. Фрукты есть. Вот шампанское есть. Чача есть. Нет. Кензмараули есть. Синадали есть. Мерцетали Тамара тоже с собой возьмем. Я этого не пью. Я пью барбадосский кальвадос урожая 1723 года. Сделаем, дорогая. Все, что хочешь, сделаем. Жди меня. Эй, оператор. Снимай ее. Только ее снимай красиво, хорошо? Слава богу! О, звоночек в студию. Да-да, мы слушаем. Кто это? Здравствуйте, это Сергей из Николаева. Очень приятно. Говорите, Сережа. С вами сейчас буду говорить. Слушай, дорогая, нигде такой мудрёный вино нет. Только в Николаеве достал. Жди, приеду скорым. Только никуда не уходи. Ну что ж, как вы догадались, расслабляться еще не время. Здравствуйте. В чем дело? Где мой галстук? Безобразие, извините. Сегодня у нас в студии представитель совершенно нового вида спорта — спортивные загадки. Семен? Простите, пожалуйста, как ваша фамилия? Угадайте. А, ну, я понимаю, спортивные загадки, все такое. Но мне передачу надо вести. Скажите, как ваша фамилия? Угадайте. Вы лучше не злите меня. У меня вся съемочная группа в синяках ходит. Я в ней страшен. Скажите, как ваша фамилия? Я вас еще раз спрашиваю. Угадайте. Что угадайте? Что за задание? Угадайте. Я говорю, как ваша фамилия? Я тебя русским языком спрашиваю. Как ваша фамилия? А угадайте. Что? Угадайте. Это моя фамилия. Семен Яковлевич, угадайте. А, вы. Б. Извините. Ничего, тоже редкая фамилия. Что? Я говорю, тоже редкая фамилия. Да нет же, моя фамилия Моща. Это я просто извинялся. Итак, начнем беседу. У нас в студии представитель совершенно нового вида спорта — спортивные загадки. Семен Яковлевич, угадайте. Что угадать? Да нет же, это я вас по фамилии назвал. А вот тогда вы угадайте. Что это такое? На полу валяется, на Г начинается. Вы с ума сошли? Мы же в эфире. Вот и я говорю, что в эфире. А у вас галстук на полу валяется. А, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Скажите, Семен Яковлевич, я слышал, что на прошедшем чемпионате вы заняли первое место. Да, вы знаете, мою загадку так никто и не смог отгадать. И что же это за ребус? А вот, сидит дед, 100 шуб одет. Кто его раздевает, слезы проливает. А, я знаю, это сержант Батыев. Я с ним служил. Он перед дембелем еще не такое заставлял делать. А, все так и говорили, но на самом деле это лук. А еще хотите? В армию, упаси бог. Да нет, загадку.
А, давайте. Вот эту. В полуфинале я загадывал. Висит груша, нельзя скушать. А, ну это совсем легкое. Ответ лампочка. Ха, все так и говорили, а на самом деле это груша. Тетя груша? Нет, обычная груша. А почему нельзя скушать? А потому что она висит в колхозном саду и сторож стреляет солью. А, понятно. А еще можете? Я. Больше я в этот сад не полезу, мне и первого раза хватило. Да нет, загадку. Еще загадать можете? Конечно. Сейчас я вам попроще что-нибудь подберу. Вот это, пожалуй, из четвертьфинала. Без зубов опилит. Не мама, а называть приходится. Ну вы уж меня совсем не уважаете. Это же моя теща. Все так и говорили. А на самом деле это моя теща, да? Хотя допускаю, что и ваша подходит под это определение. А еще одну хотите? Спасибо, мне одной тещи многовато. Да нет, загадку хотите? А, ну давайте. Только попроще что-нибудь, а то он не у вас больно мудреный. Ну, эту-то вы наверняка отгадаете. В шкафу таится, мощи боится. Когда моща уходит, к его жене приходит. А, ну, это действительно легко. Это любовник. Нет, это оператор. Ну хорошо, тогда я вам с оператором тоже одну загадаю загадочку. Сложную? Убийственную. Так-так. Значит так, не замужем, а с колечком. Так. На пол упадет, осколки полетят. У вас есть 5 секунд. Вам, дорогие телезрители, до следующих спортов. А ты, предатель, прощай. Так-так, с колечком, осколки. А, я знаю, это не раскрывшийся парашют. Правильно? Ну что же, наша сегодняшняя немного нервная программа подошла к концу. Почему к концу? А вино пить? Я тебе сделал, как ты просила. Оксана, дорогая, на, угощайся, да? Как вас зовут? Дядя Гоги. Дядя Гоги, ответьте мне на такой вопрос. Вы что, оператор? Конечно, оператор, я для тебя кем хочешь стану. Интересно. А что же вы снимали? Какая тебе разница? Фильм про любовь. К тебе. Ко мне? Слушай, оставь меня в покое, я тебя зарежу, мамой клянусь. Ну вам же русским языком объяснили. Почему ты мне все время мешаешь? Я с девушкой общаюсь, ты меня уже достал. Я тебя не зарежу, я тебя застрелю, понял? Что же мне, Витя с тигровой шкурой? Слушай, оператор, иди сюда, бери камеру. Садись. Я с Оксаной сниматься буду, тот говорить буду. Хорошо. Эй, дорогой, давай выпьем. Я тот скажу. Бери бокал. Тост. Высоко-высоко в горах жил один маленький, но очень гордый птичка. И однажды ранним утром он стал подниматься все выше, 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 выше. Вище. Что ты смотришь? Титры давай, да? Все вище, вище. Он не выдержит напряжения и сорвется. Вот! Он сорвался. Это будет другой кадр. Нет, я говорю загадку. Ну, еще загадку загадай. Конечно могу. Какую? Сделал. А, я знаю. Это не раскрывшийся парашют. Правильно? Что тебе не нравится? Я тебе кого достал? Где? Почему не пьешь? Почему на меня внимания не обращаешь? С тобой мужчина разговаривает. Что ты себя ведешь, как я не знаю, почему? Виноград не нравится, или что тебе не нравится? Он, между прочим, реквизит, понял? Не трогай, еще 2 дубля снимать будем. Яблоки уже сгнили, сколько можно ждать? В этой жаре сколько можно переживать?